Алло, слышишь, Сереж, что тебе уже доложили? Да, что там случилось? Не знаю, Алка звонила сегодня, короче, звонит в слезах, говорит, что случилось. Детей, говорит, бросили куда-то, говорит, короче, они там сами, их командование, и сказала команде, если какие-то наступления или отступления, короче, я так не поняла, ничего, короче, съебывайтесь, как хотите, вы нам нахуй не нужны. У меня начиналась паника, трясет всего. Мало того, что сегодня она обхуярилась из хаммерсов. 5 хаммерсов или прилетело на облачок фильтровальную. Сына со вчерашнего дня, с вечера, он не выходит, он не звонит, потому что связи нет. Отзвонился один родственник, потому что поехал он или куда-то, везли его в Береславль, чи дочь, что тягать там. Вот так вот, один раз, все. Вообще я не знаю, что там происходит, зай. У меня связи с ним нету. Я понял, ну через Галю говорит, а допустим, они вместе собираются и валят оттуда. Это что за новости такие, твари?